Перед этим роликом у нас будет интервью с Сёмой. Так, дорогой Сёма, скажи подписчикам, чтобы те спустились под видео и подписались, и поставили лайк. Мяу, дорогие подписчики, пожалуйста, спуститесь под видео, мяу. Там вы увидите красную кнопку подписаться, мяу. Нажмите на неё и сделайте её серой. А ещё не забудьте про лайк, мяу. А еще не забудьте про колокольчик, мяу, чтобы никогда не пропускать мои новые видео на канале и смотреть их всегда первыми, мяу. И начнем. Итак, и начнем. Эта ночь, по идее, она будет для нас легкая, потому что... Начнем, можно так сказать. Здесь надо уже играть по-серьезному, друзья, потому что это пятая ночь, друзья. Что тут уже все на максималках, по идее. Сэфлэк сразу же, если хочешь, чтобы мы затащили эту ночь. Потому что... Потому что мы будем несколько раз делать, и серия наверняка будет длинной. Окей. Давай. Пятая ночь. Все активно на максималках. Тони и кружечный Тони собрались пить чай, кстати, и тусоваться. Пацаны тусуются, так сказать. Ой, еще девочка на закуску пришла. Ну все, друзья, смотри. Вы наблюдаете, как пацаны тусуются. Пацаны тусуются. Или аниматроники. Кто-то идет ко мне. Тони, ты меня... Так, закрыл. Место безопасное, можно так сказать. Блин, зачем я нашел эту кнопку? Может открыть? Игра по-серьезски. Игра очень обманчивая. Надо бы повнимательнее сидеть за старым Тони, а на девочку. Только бы сказать, мы все равно. А на Тони все равно, типа, вот второй раз смеется, сразу открываем дверь. Надо все внимание именно на Тони, а? Вот, Тони выглядывает, типа. Типа, моя будка, можно так сказать, обвешена красивыми палатами. Он звуки издает, что ли? Ну ладно. Слушайте, мне что-то страшно стало, друзья. Тони, когда ты уже пойдешь ко мне, друзья? Сейчас вообще боюсь этого Тони. Ставь лайк, чтобы мы прошли эту ночь, а то, блин... А то я, блин, от Тони несколько раз умирал, если не ошибаюсь. Я если подготавливался к этому видеоролику. Не могу так спокойно выразиться. Каждый приход Тони меня напрягает. Вот когда он на пятой камере, нужно уже пытаться сделать так, чтобы он не напал, друзья, как вы думали. Нападет, и все. Типа вот... Понимаешься? Он типа хитрый персонаж, могу назвать его так. Тони вообще выглядел. Тони! Выпей хоть что-нибудь и лег и спать пойди.
Дверь закрываем. Добрые аниматоры, друзья. Очень добрые аниматоры, друзья. Всех отогнали, друзья, поэтому зато не мы можем не переживать, потому что вот мы можем все внимание на его транслировать. Так, тем более, Тони вообще транслируем. Сейчас мы можем даже по телевидению показывать, как аниматроники ходят. Не знаю, как это... Я когда-то странно сказал, но... Знаете, почему? Вот, вы уже знаете, почему я говорю всякий бред, потому что я сосредоточен на игре. Поэтому, друзья, я очень нервничаю, друзья, потому что это Тони... Это его легко умереть сперва, друзья. Если вы его не уследили в дыре, Драгонеша. Блин, у меня такое чувство, что игрушечный Тони на подходе. Ставь лайк. А то уже конец ночи. Не верится, что может я пройду эту ночь. О, девочка. А, ёбаный, я не успел, блин. Ох, горит. Ох, горит. Пятая точка, я могу сказать. Ох, Тони, блядь. Горит из-за него пятая точка, может так выразиться. Не знаю, это выражение, поэтому не воспринимайте всерьез. Во. Тони, достаточно прикольно, скримером ему выразиться. Не фунгай. Я не успел нажать джаммер. Подождите. На всю ночь я буду молчать, чтобы быть сосредоточенным на игре. Что по новой программе? Девочки, не нужно садиться. Нет. Только у меня девочки нет, уже приперлась. Блин, о, блин, что ты успел? Вот каким-то макаром успел. Таким макаром еще...
3 часа осталось. Не знаю, сколько. Но, наверное, благодаря твоему лайку мы точно затащим эту ночь. Я нет, Тони. Вот я хочу, чтобы он не активировался. Давай, Тони, не активируйся. Выпей вина или чего-то там. Вот винишко крепкое бы выпил бы и лег спать. Меня не трогал, можно так сказать. Сколько это мой юмор такой. О. Ой, только что сказал, девочка собралась атаковать. Вот, Тони, выпей винишко крепкое и лег спать. Поспи там у себя там. Я целый... Я стих, блин, сочинил уже. О, бесшумно уже прокатился. Я уже, блин, благодаря Тони стих сочинил. Так, 5 утра, давай, друзья, ставьте лайки, чтобы мы прошли эту чёртову ночь с этим Тони. Тони идёт ко мне, хочет попить винишко. Ладно, Тони, сейчас мы дадим винишко. Слушай, нет, это хорошо. Видео снимаю еще. 1 час, друзья. Нет, 2 часа. Все, я заканчиваю видео. Все, заканчиваю видео. И кредит. Кредит. Так все-таки заканчивают, бля. Я вообще не знаю, как пройти эту ночь, блин. Невозможно, блин. Я вообще не знаю, как ее пройти. Ладно, друзья, давайте все-таки заканчивать, друзья. Если вам опять понравилось это видео, пожалуйста, пришлите, как пройти эту ночь. Вот, например, тактику. Ладно, всем удачи, всем пока, до новых, пока. И еще я забыл сказать о том, что писайте видео своим друзьям. И все. Пока.